Всем привет, ребят. Ну что, у нас очередной тест нового Атлантика выживания на вот такой вот героине, мега имбовой Фрейке. Решил ей прокачать, показывал вам уже Огнекрылась таким талантом. Решил прокачать ее, так как у нее ограничения, плюс этот талантик, который дает иммунитет на 3 секунды, плюс восстанавливает 1700 жизней, будет очень, в принципе, интересным рунами. Я пока поставил психощит, не собрал ее на урон. И поставил специально для того, чтобы мы увидели отхил именно от таланта слона. Поехали в рейд. Сейчас посмотрим, что там у нас в рейде есть. Кстати, интересный рейдик сейчас. Главное так как-то удачно зайти. Так, смотрим. Конечно, у нас смотритель еще есть. Ну вот, видите, активировался. Так, смотрим на отхил. Отхила нет. Вот так вот. Ушатали нас. Так, окей, поехали дальше. Я хотел бы, конечно, потестить еще и ожог вместе с этим талантом. Было бы интересно, но, к сожалению, у меня его нет. На китайке. Было бы очень интересно на это все дело посмотреть. Так, запускаем дальше. Так, ну пока она не получает урона, не видно ничего. Вот пошел урон по ней. Так, сейчас мы дамажим. Видите, урона не так уж и много, потому что она не так собрана, как должна была быть. Так, был какой-то отхил. Этот отхил урезался походу. Выражаем. Вот 250 тысяч восстановил талантик. Вот так вот. То есть на фул восстановил. Жизни, конечно, у нее не так уж и много. Но, смотрите, даже с этим отхилом она справляется. И, в принципе, довольно-таки неплохо держится, скажем так. Хилит себя офигенно. Единственное, конечно, там ворожей. Ну, на фул отхиливает. Не знаю, сейчас я... Вам, наверное, там не особо видно. Я уберу себя. Вот смотрите, как она восстанавливает. В этом плане, конечно, да, плюс. Однозначно сейчас смотрится она круто, но урона нет. Ну, это из-за того, что психощит, еще можно было бы что-то другое придумать. Но все равно убили. Так, окей. С рейдами, в общем, мы решили. А вот этот талантик будет неплохой для PvP-локаций. Интересно будет даже, кстати, его потестировать на том же самом ворожее, так как его изначально Фрейя убивает. Вот это будет, думаю, интересно. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Вот у меня такая мысль есть. Так, окей, поехали дальше. Еще один тестик сделаем здесь. И вот видите, нули получает, и это, в принципе, очень хорошо. Наглядно видно. Так, где-то должен быть отхил. Что-то она себя не хилит. Странно. Смотрите, сколько времени уже прошло, отхила нет. Или он там урезанный. Как-то странно. То ли я чего-то не замечаю, то ли отхила просто нет. Но блочка аж не настолько режет. Странно. Так, ну хорошо, давайте еще разок в рейд сбегаем. Очень странно только что, кстати, было. Вот опять, кстати, он же, по-моему... А, вот отхил пошел. Что-то я не могу понять, что было перед этим. Ну, с таким же успехом можно поставить просто и утекание. И все будет нормально. Так, опять та же самая фигня. Стан. Они хотят сказать, что если герой в стане стоит...
то он не получает, получается, отхилить себя не может, кулдаун типа проходит. Или как? Я не могу этого понять. Очень-очень странно. Посмотрите, она себя не хилит. Возможно, таки да. Ее убили. Вообще странно. Интересно. Так, окей, поехали в экспедицию. Посмотрим. Хотя у нас и психощит, но... Блин, скорее всего, что если стан этот не срабатывает. Это очень интересно. Сейчас проверим здесь. Я надеюсь. Там нет на ком проверять. Но урона, как видите, не очень много. Вот она сейчас, кстати, вражескую Фрейю бьет. Сейчас пусть ее убьет, посмотрим хотя бы, что у нас по урону будет в экспедиции именно в такой сборке. Ну, 299 для Фрей, 215 маловато в экспедиции, честно говоря. Так, ну поехали еще тест. Так, смотрим. Кстати, давайте не тут, а давайте сразу выбросим. Вот так вот ее кинем. Ну вот сейчас нули проходят, а вот дальше вот включились герои все и все. Как видите, 3 секунды и все. Дальше кулдаун и герой просто улетает. Так, ну идем на подземочки. Здесь тоже будет, думаю, очень интересно на это все понаблюдать. Вот мне интересно, почему она себя не хилила. Даже если бы ей порезали там настолько отхил, она все равно должна была хоть чуть-чуть восстановить. Тут сейчас нормально все. Сейчас посмотрим до следующего захода. Так, вот есть 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сейчас должен быть отхил. Вот отхилила себя. Ну, вроде все работает нормально. Но урон, как видите, у нее не особо. Так, ну. Ну, фул хилит себя. Это, в принципе, неплохо. Вот смотрите, 275 тысяч просто отхил. Да, интересно, интересно. 243. Сейчас можем ради интереса просто взять Фрейю. С обычными пактами посмотреть. Ну, она, в принципе, сольется однозначно, потому что с чего отхил брать, если даже утекание поставим, то только в таком случае. Ну так, вроде как бы и неплохо, не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но честно скажу, как-то уроном не хватает у нее. Мы привыкли, что Фрейя тупо шатает, а тут, как видите, ну это не урон для нее, однозначно нет. Так, окей. Давайте побежим. Еще хочу на аренку сбегать. Потестировать. Ну вот для древнего, я не знаю. Вот для древнего надо будет посмотреть, как она будет себя показывать. Но урона, конечно, нет. Так, вот интересно.
куча героев. Вот пошли на Ли. Ну, разогнались без вариантов. Ничего она им не сделает. Такс. Такс. Давайте посмотрим в забытую. Есть у меня попытки. Ну, у меня 17 карт есть. Сейчас создадим команду. Вот мне кажется, что все-таки под станом, надо будет это еще однозначно проверить, герой не срабатывает. Не знаю, почему так, но мне кажется, что не работает. Скилл не срабатывает. Он вроде как идет по кулдауну, если типа пропускаешь, может быть такое. Так, я ее последний, да, выпустил. Ну, отлично, это сольется. Сейчас, я надеюсь. Не, не слилась. Блин. И тут мои затащат. А может и нет. Не затащит тут рогатка. В общем, да, вот так вот, ребят. Очень много вопросов. Так, вот кто-то есть с Анубисом. Поехали. Попытку посмотрим. Ну вот, странно. Как-то странно. 3 секунды должна она держать. Но я не увидел, честно говоря, 3 секунды. Хотя, в принципе, 1, 2, 3, может, это тоже считается. Это очень интересно, кстати. Эти кулдауны, надо будет все посмотреть. Ну, давайте еще разок. Какой-то самурай Йена, ну, давай посмотрим. Вот 1, 2, 3. Вот посмотрите, у нее там уже снимают. Странно. Слили. Ну, в общем, такое вот. Ну, не могу вам сказать, что это топовый талант. Я уже буду тестировать на древнем испытании их полностью все, тогда я вам уже точно смогу сказать, что он себя представляет, действительно стоит или не стоит. Но мне кажется, все-таки руны топовые будут, чем ставить талантами, терять тот же самый деф, либо атаку. Вот. Поэтому вот так вот. Ну, такой вот обзорчик у нас, не знаю. В общем, очень много вопросов по герою. Можно, в принципе, еще дополнительно поставить утекание. У меня, к сожалению, здесь утекания нет. Уже на русском сервере сделаю. Потестирую, если действительно этот герой зайдет у нас на древнее. Потому что в древнем там, блин, сейчас реально очень еморно это все. Так, у меня тут есть еще на смене. У меня где-то талантиков 6 есть, 7 даже. Поэтому я сейчас думаю, кому ставить их, и уже буду тестировать. Потому что есть варианты рунами ставить. Вот смотрите, тут явно видно, что ей пофиг урон. Вот только сейчас вот начала она получать, проседать. То есть чуть-чуть не хватает. Ну, опять же, баст все же больше жизни дает. Фиг его знает, что лучше делать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите следующих обзоров. Всем удачи, всем пока.